Тяжелейшая игра, хороший соперник, приятный счет, победный, очень довольны, рады. Вот, и в принципе, на мой взгляд, по делу одержанной победы, за исключением одного момента на последних секундах, у Балтики, в принципе, не дали ничего создать. Сами могли еще дважды забивать, то есть два таких 100% момента еще у нас было. Поэтому считаю, что счет закономерный, тем более приятно, что одержана победа над очень хорошим и сильным соперником, который до этой игры претендовал на попадание в четверку в переходные игры. А незащитные отбитые пенальти, удаление у Калачева, есть вопросы к действию? Да, наверное, не буду обсуждать. Главное, мы победили, несмотря ни на что. Вот. Ребята проявили характер, и это, я считаю, значительно важнее, чем все остальное. Было очень много ничей у нас, где-то 5 или 4. Вот сегодняшняя победа смогла как-то переломить дух, немножко у ребят поднять их наверх еще? Да, ничьи бывают разные. Да, бывали обидные, когда мы не должны были упускать победы. Бывали там, где мы наоборот приобретали очки. Поэтому здесь, на мой взгляд, гораздо важнее для меня, как для тренера, качество игры показанное, да, чем что-либо еще. Поэтому в этом сезоне, с учетом отсутствие глобальных задач, да, наша задача как раз в том, чтобы показывать хороший футбол, привлекательный, чтобы зрители получали удовольствие, особенно да, в домашних играх, когда мы играем у себя. Поэтому качество игры – это то, на что мы обращаем внимание и то, что хотим повысить. Плюс психология ребят, чтобы они были готовы играть с ведущими командами с позиции силы. Потому что как раз моменты, на мой взгляд, связаны с психологией, они нам и не позволяли в некоторых матчах дожимать соперника, да, и не играть ничего. Потому что мы провели 13 игр. Мы проиграли, в принципе, только одну игру Крыльесоветам, которые идут на первом месте с большим запасом и показывают действительно хороший футбол на уровне премьер-лиги. Поэтому, в принципе, результат достаточно хороший, и качество игры повышается.